Знаете, с того момента, как Сирия признала Абхазию, формировалась определенная договорная база, соответственно, политического характера и в взаимодействии с ее развитием экономических отношений. Это поступательные шаги, значит, направленные на реализацию двустороннего сотрудничества. Можно сказать, что определенная форма уже создана, и нам необходимо уже приступить к каким-то конкретным проектам, к их реализации. Несмотря на то, что мы, в принципе, не так близко находимся, да, для того, чтобы можно было сказать, что это упростило определенные задачи, но, тем не менее, есть очень много общего, которое, в принципе, как и нам кажется, и коллеги из Сирии, соответственно, тоже подчеркивают, что мы можем найти соответствующие коммерческие интересы в развитии наших взаимоотношений.